Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяць юлій. Десятий день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день сказание о принесении честные резы Господа нашего Иисуса Христа из Персиды в царствующий град Москву. В дні благоверного царя и великого князя Михаила Теодоровича всея Руси самодержца, в патриаршество же святейшего Филарета, отца по плоти и по духу царева, царствовавши в Персиде Аббас Шах. Той, имея любовь к благоверному царю Михаилу, присылаше к нему части своя послы из дары, так уж да и российский царь ему своя послы из дары восилаше. В лето же от создания мира 7133-е, от Рождества же Христова 1625-е, месяца марта, прииде из Персиды от предреченного царя Аббас Шаха посол Славен, именем Урусамбек, в царствующий град Москву к благоверному царю с посланием и со многими честными дары. Той особно принесе от царя своего святейшему патриарху Филарету послание и дар бесценен, ризу Господа нашего Иисуса Христа, в ковчезе златом, каменем дорогим украшенным. В послании же известствует цар персидский, як увоевавшую и пленившую ему иверскую страну, обретися та риза Христова в митропольстве и резнице, в едином кресте затверждена, и уже взем послав дар к нему святейшему патриарху московскому. В том же послании своем цар персидский прославляет великое имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа глаголя. Аж те, кто не боголепно чтит того, як у Бога, той без всякого милосердия огнем да сожжен будет. А иже на таковаго богохульника огън возгнетит, той чести и прославление достоин. Святейший же патриарх Филарет прия с радостью той великий дар, всяких драгоценных дарований земных превыше, и призва прилучившихся в то время в царствующем граде Москве греков искусных старцев, ових из Иерусалима бывших, ових же из иных стран греческих, в них же бе Нектарий и муже в Руси архиепископско Вологодско и Великопермско Дедесия. И Ионикий, и же пред малым временем со святейшим Теофаном, патриархом Иерусалимским, в Москву прииде. Тех греков святейший Филарет патриарх вопрошаше, ведет ли что о ризе Господней, и как услышится у ней в странах греческих. И поведа от них киждо мало нечто, или кослышите кому случися. Нектарий архиепископ рече, бывшу мне архидиаконом у святейшего патриарха Константинопольского, послан бых от него некий ради потреб в страну Иверскую, и приключися мне там обойти в церкви нарицаемой Илета, и видях в ней на правом лице у первого столпа возжжение свещи многия, и вопросих священников там обывших, что есть сие. Они же рекоша мне, яко зде положена есть реза Христова, и уже древле принесе войны нашей страны, боевые в Иерусалиме при распятии Господнем, и многое зде чудеса от той аризы Христовой боевают. Друзья же греки святейшему патриарху глаголоша, яко в Палестине и в прочих греческих странах от правоверных повествований слышится аризы Господней во Иверех быти. При распятии Богосподнем бе некий войн от страны Иверския, и же ризу Господню жребием прия, и в свою иверскую страну отнесе, и даде оную, яко дар великий, сестре своей по плоти, от руковицы суштей, и сказав всем, я же о Христе Иисусе бывше в Иерусалиме. От руковицы же слышавши, поведаемое, возлюби тую ризу Господню, и хранящую о себе честно. И по мале времени житию ея кончина прииде. Умирая убо, заповеда вместо погребательных устроений в ризе Господней погребсти свое тело, и бъйсте тако. По времени же некоем над гробом тоя от руковици возрасте древо велико и красно зело. В лето же великого Константина, греко-римского царя, егда иверская страна прия святое крещение, тогда от древа оного истече миру благовонно и целебное, и мазаху се тем миром одержими и всякими недуги и болезнями, и исцеление приемаху. Правоверни же цари иверсти, видящи таковая преславная боевающая чудеса, создаше над древом тем церковь нарочито и епископа начального при ней устроиша. Прешедшим же летом многим, егда попущением Божьим Перси перво е пленише иверскую страну,
тогда и церковь оную опустошиша, в ней же бе мироточиво и древо. Потом, аж ти свободи северская страна от работы иго пресицкаго, но древото уже не бе истамо, ниже миро целебне от местото го истекаше, точо столпом то место назнаменовано бе ист. Оризи же Господни, единако простираше се слава, яко во иверсте и стране ест, и многи мнице, яко посмотрению Божию неки ими верними изята бе ист от гроба того, в соблюдение святейни во время пленения. Како же потом обрете се в митрополии, осем от нют неизвестно. Святейши же патриарх Филарет, слышав сия оризе Господни известия, советова с преосвещенними русийскими архиереи, настояше же тогда време святые великие четиридесятницей, и повеле прилежнейше му постои молитви бъйти, и в крестопоклонную неделю сотвори всенощно емоление, повеле тую Спасителя в оризо Христа Бога нашего полагати на недужния, яко же древле благочестивая царица Елена крест Христов на мертвеце положи уверение ради. И яко же там опозна се крест Христов от силой, ей уже мертвец възкресе, сице сде бъйст уверение оризи Господни, ибо различни ми недуги болящи, на них же тари за Христова возложи ся, скоро и изцеление приемлюще здрави байваху. От таковой благодати великий изпълнише се радости благоверни цари святейший патриарх, и повелеше в велице и соборно и успение при святея Богородица и Церкви на западной стране в угле правом, устроите место зело честно и украшено, и да жебе образ живоносного гроба Христова, и там оризо Христово положише яже и до нейни ест всем изрима, и до стодолжност благоговением почитаема, от нея же и до днес подают се изцеления болящим и с верою притекающим. Остави се же празнование положение ризи Господни месеца Юлия в десятий день. Во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славима го во веки. Амин. Конец повествования о пренесении честной ризи Господа нашего Иисуса Христа.